В эти минуты на улице Вокзальной идут ремонтные работы системы теплоснабжения. Работники ПАО «Т-Плюс» откачивают воду из места раскопа. Они пояснили, что в ближайшее время начнут вырезать поврежденный кусок трубы и сразу после этого приступят к его замене. Технически к этому готовы, но когда точно тепло начнет поступать в дома жителей 4-го микрорайона, не знают даже сами тепловики. Конец работ не за горами, но еще далековато. Скорее всего, дадим ночью, приободрили они балаковцев.